В Ноябрьске осудили извращенца. По информации окружной прокуратуры, молодой человек работал в одном из городских магазинов. Зная, что в служебном помещении сотрудницы магазина переодеваются, он установил в раздевалке веб-камеру и соединил ее с ноутбуком. Весь процесс он записывал, после чего создавал видеофайлы интимного характера. Накануне суд вынес наказание мужчине в виде исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием 10% ежемесячно в доход.